Короче, ребята, вот сразу видно, когда ты устаешь к вечеру. Поставил телефон и начал вам тут рассказывать. Распинался. Потом посмотрел и понял, забыл на кнопочку запись нажать. Короче, повторю еще раз. У этих девчонок какой-то нескончаемый источник энергии. 7 часов вечера я им предложил, давайте уже все в отель, мы только покушали, давайте в отель поедем уже отдыхать. Они мне в один голос говорят, нет, ни в коем случае, поехали гулять. Короче, решили, мы смотрели, мы куда нам поехать. Тут в 50 минутах от нас город Клирвотер. Они рядом, там по Клирвотер и Санкт-Петербург. И решили мы, что хотим поехать в Клирвотер, посмотреть на этот город. А главное, на набережную пойти. Может быть, мы успеем на закат, потому что там закаты должны быть очень красивые. Так что вот, едем мы туда, оставайтесь с нами, покажем вам окрестности. Мы едем сейчас по косе, и посмотрите, как интересно, вода справа, вода слева. Невероятно красиво. Мы сейчас заедем прямо вот сюда, посмотрим, там на джетках катаются. В общем, ребята, мы ехали мимо, и тут увидели, что там какой-то вот кафе, бар, и там просто толпа какая-то народу. Мы решили остановиться просто ради интереса посмотреть, потому что что-то вот гоняют, смотрите, на джетках, на этих, на водных мотоциклах. Может, там какое-то мероприятие идет, ну вот просто сейчас дойду я и посмотрю. Что тут происходило, кончилось, потому что я подошел тут, у меня особо ничего не происходит. Но вот народ все равно тусит. В баре тут народу, вон, смотрите, вообще куча. Вот. А самое главное, посмотрите, какая тут природа. И вечерок лежит. Очень классно. Бар битком. Смотрите, куча чуваков на моциках. Короче, просто прикольно. Вот он, американский мужской автомобиль. Красавец. Харлей. Я искал парковку минут 30, но я ее нашел, но она стоила того. Ребятки, посмотрите, какой тут песочек. Он просто идеальный. Он беленький-беленький, красивенький-красивенький. Очень классный песочек. Правда, Юсь? Да! Пап, подлоги песок. В общем, песок просто чудо. Еще подлога теплоса. Ой, и он, ну, прям вообще классный. А еще 2 часа до заката и 1 час после заката. Каждый день здесь гуляние. И здесь куча народу просто. Ага. Так, тут какое-то что-то представление происходит. Сейчас. Какое-то большое представление. Come on, lady Q, this is another stupid old joke. This audience deserves better than some old dumb jokes about my brother. Lady Q, show the audience the real reason why we gathered. I hope they remember.
такое небо красивое. Вот, это Clearwater Beach. И пусть он живой, осторожно. Не бойся. Живой дядька, смотрите. Он когда пошевелился, один кто-то закричал громко. Вау, прикол. Куст, живой куст. Эй, не плачь, пойдем. Ты чего? Он добрый. Он добрый. Ева, пойдем. Чего ты расплакалась? Ребята, мы испугались живого куста. Чего ты расплакалась? Страшный. Да, страшный. Да. Он добрый. Давай, не плачь. Давай, пойдем. Ну ладно, ну все. Это же он пошутил так. Тут просто море людей. Вот это классно. Вот это ощущается, как будто набережная, реально. Первый раз вот так, чтобы много людей, все. И чтобы было интересно. Все, Евочка, все, пойдем. Да, не будем подходить к нему. Тут продают всякие всякости. Смотрите, всякие камушки продают. Ой, зажигалки прикольные, из дерева сделанные, ручки из дерева. Какие классные, посмотрите. Надо же, это здорово. Ага. Тут пластинки Beatles, Металлики. А, это они поставили зонтики, чтобы не сдувало. Посмотрите, как здорово, какая хорошая идея. Вот это супер, вот это чего нам не хватало, честно сказать. Вот такой атмосферы, курорта, где продают такие вот вещицы на свежем воздухе. Просто идеально. Sorry, guys. Это подделки из ручной работы, вы видите? Здесь есть игрушек стал. Ага. Крабы. Да, только сказали руками не трогать, девочка. Посмотрите, какие огни, вы только посмотрите. Ребята, это очень красиво. Вот сейчас самое красивое время, которое мы, наверное, имели во Флориде за все это время. Огни просто невероятные. Вау, какая красотища. Светящиеся всякие башни. И огромные ракушки, вон, посмотрите, есть. Смотри, все русские собираются в одном месте. Смотри, а тут фенечки продают. По-моему, да, фенечки это называется? Совершенно разными именами. Это еще из ракушек бока. Да. Шаг бока. По набережной. Здесь хорошая набережная. Вот здесь настоящая набережная вдоль океана. Это здорово. И не, не запертая ресторанами и отелями. И здесь еще есть любой куст. Да. Который нас напугал, и мы заплакали.